Жизнью в семье управляют не люди, а мифы. Они указывают на то, что делать, как думать и чувствовать, что осуждать и ценить. Мифы существуют в каждой семье. Они переходят из поколения в поколение. Зачастую именно мифы становятся причиной семейных раздоров. Чтобы изменить сценарий семейной жизни, достаточно определить, какой миф стоит во главе вашей семьи. О том, что такое семейные мифы, как они формируются, как влияют на жизнь, узнаем у семейного психолога, доцента кафедры психологии и развития Самарского университета Ольги Шапатиной. Смотрите новый выпуск программы «Разговор по душам» во вторник, 3 октября в 18:15 на телеканале «Самара ГИС».